Росстат снова зафиксировал рост цен на топливо в Пермском крае. Судя по еженедельному мониторингу, с 24 по 30 июля средняя цена на бензин поднялась на 34 копейки. На 30 копеек подорожал и дизель. К слову, такой продолжительный рост фиксируют уже вторую неделю подряд. Отметим, что среди регионов Приволжского федерального округа в Пермском крае самый дорогой дизель. Его средняя цена 60 рублей 28 копеек. Средняя цена за бензин 53 рубля 43 копейки. Заметили повышение цен? Да. Как думаете, с чем это связано? Ну, все время дорожается. С чем это связано? Я не знаю, с чем это может быть связано. А дорожает вот бензин каждый год, независимо ни от чего. Просто дорожает и все. Так же, как и хлебушка, так же, как другие продукты. Заметили, бензин дорожает? Ну, не совсем. А чем заправляетесь? 92-м. 92-м. Как вы думаете, с чем связано повышение цен на бензин? Даже не знаю. Просто вот сегодня 95-й подорожал буквально вот за ночь на 50 копеек. Это да, это я увидела. По карману сильно бьет вообще? Нет. А что делать? Что делать? Куда деваться? А вы как относитесь вообще к подорожанию? Сильно ударит? Нормально. По карману бьет? Нормально. Но лучше бы, чтобы зарплату подняли еще. А вообще сильно бьет по карману это подорожание вам? Ну да, конечно, чувствительно. Я много езжу, много бензина уходит. На газу намного выгоднее получается? Конечно. Ну да. В среднем сколько экономия? Сколько? Ну, в неделю 1000-1500 точно. А если бы бензину заправлять, сколько было бы? Не знаю. Ну, мы вообще приезжие с Яевы. 1005 в месяц бы выходило.